В начале лета мы восхищаемся чудесным, нежным, тонким ароматом чубушника, или, как его еще называют, садовым жасмином. Видимо, по запаху имеет с ним схожесть. Купить их не проблема, да и сортов великое множество. Хотите огромные кусты? Пожалуйста. Хотите карлики? И такие есть. Хороши и ранние, и поздние сорта. У меня на участке есть 4 сорта, и они совершенно разные. Один даже и не сорт вовсе. Самый простой, самый распространенный, очень ранний и очень ароматный. Потом выяснилось, что это чубушник венечный. По описанию растет он около 30 лет, а моему уже почти 50 и как будто на пенсию не собирается. Цветет он самым первым, покрываясь сплошь бело-кремовыми цветами. Аромат просто божественный. Высота примерно 3 метра. И только с него начинают облетать лепестки, как эстафету принимает мой махровый низкорослый. Покупала его с этим условным названием. Польстилась на то, что высота у него не больше метра. Первые годы так все и было. Очень крупные, сильно махровые, роскошные цветы были настолько великолепны, что почти отсутствие запаха им прощалось. Все гостевшие в саду, кроме как чудом, его не называли. Так вот, это чудо года с 10-го своей жизни стало вытягиваться. И последние лет 6 приходится его подстригать, так как дорастает он чуть ли не до 2 метров. При этом цветочки уже не такие крупные и не столь махровые. Почти одновременно с этим распускается жасмин земляничный. Цветочки у него не крупные, с небольшими темно-розовыми мазками от центра. Название свое он получил от запаха с нотками земляники. Сначала он не произвел на меня особого впечатления. Какой-то невзрачный угловатый кустик. Но когда подрос и окреп, стал очень даже ничего. Ну и пусть цветочки не такие крупные, в целом очень даже хорошенькие. Самым поздним зацветает у меня сорт Эльбрус. Вот это действительно красавец. К сожалению, нет кадров во весь, так сказать, рост. Вся красота не в крупных махровых цветах, а в великолепной форме самого куста, словно фонтан, завораживающее зрелище. И этот жасмин имеет тоже очень хороший запах. Конечно, сейчас можно подобрать различные современные сорта и украсить свой сад белоснежными, огромными или, наоборот, крошечными кустиками. И все же, подбирая сорт, прежде всего обращайте внимание на запах. Ведь именно запах является визитной карточкой садовых жасминов. Это растение, кстати, вырабатывает фитонциды, как и хвойные и липа, поэтому будет оздоравливать воздух во время цветения.